Здравствуйте, вот так происходит обвяливание продукта. Под вентилятором при нагреве теном до 40 градусов воздуха. После обвялки курица уже снаружи как бы покрыта корочкой, и все соки остаются внутри после приготовления. Ну и лучше дым ложится, нету горечи, нет кислоты никакой. Продукт очень вкусный получается. Всем здравствуйте. Закончилось очередное копчение. Вот такая вот красота. Такая вот вкуснота. Кому интересно, пишите в личку. 600 рублей курица.